Ну что ж, друзья, на самом деле у нас сегодня импровизированный вечер, и я с таким, скажем, эксклюзивным и глубоким уважением хочу представить моего друга, коллегу Алексея Романа. Группа «Омега», мы вместе начинали в 90-е, и спустя лет 13, наверное, да, 14. Это не важно, в нашем возрасте уже не считают. Мы вот опять стоим вместе на сцене. Я хочу поздравить за Олега, поблагодарить за то, что в наше цифровое время люди выпускают все-таки натуральные носители, которые можно подержать в руках. Это очень ценно. И я вот только сейчас как раз кому-то рассказывал, вот у тебя есть свой сольный альбом, а у меня нет. Вот. Ничего подобного, ты выписал сингл. Это был сингл. В 2004 году. Или 2003. Это был сингл, а не полный, полноценный альбом, Олег. Поэтому я тебе завидую. И это правда очень здорово, это очень трогательно, невероятно. Спасибо, Леш. Тонко подколол. Я, между прочим, не подкал. Вот. Давай уже сделаем то, ради чего мы с тобой здесь стоим. Вот. И потом я продолжу хвалить тебя уже каждый. Давай так сделаем. Научился, как ребенок ты, но все не мог забыть той прозрачной высоты. Здесь по белому свету стоп под ним движение ветра. Ведь здесь куда-то вдаль. И не думать, как приземлиться, а у птиц свободы учиться. Восстань все то, что жаль. Однажды и вы прекрасные годы, спасибо за его хорошие. Поздравляю тебя еще раз. Еще раз за твой день.
свету, стать одним движением ветра. Алексей Романов. Это бывает раз в 10 лет, друзья. Цените. Может быть, все-таки пятилетку будем собираться в конце года? Теперь уже больше. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Спасибо большое. Следующий исполнитель у нас Ирина Ортман. Можно сказать, моя однокашница по «Фабрике звезд 3». Да, между прочим, в этом году 10 лет. Ребята, я хочу вас поздравить, действительно. Вы ничего не изменили, стали даже лучше. И эта песня, она реальный хит на все времена. И, Олег, я безумно тебя люблю, ты знаешь, ты прав. Я желаю, чтобы с этой пластинкой у тебя началось все. Спасибо, успехов, спасибо. Успехов каждой твоей песни. Пусть она будет каждая лучшая. Ни о чем, ни о чем не переживай, ни о чем, о чем.
тебя здесь очень ждем на этой сцене с твоими новыми песнями. Лиз, спасибо большое! Спасибо! Лиза Гринославская, следующая артистка у нас на сцене. Аплодируем Лизе! Дорогие друзья, всем добрый вечер! Я безумно счастлива быть сегодня, мой друг, здесь у тебя на этом празднике. Мы любим тебя всем сердцем, Добрынин. Ты был благородством, честью, достоинством нашей фабрики, поэтому дай Бог тебе процветания, хорошей музыки, вдохновения. И дай Бог, чтобы очень большое количество людей поддержало этот диск в руках, послушало и обязательно твоя музыка отозвалась в сердцах. Спасибо тебе за то, что ты здесь. Спасибо большое. Спасибо, Лиза. Я, с вашего позволения, спою перед самым главным событием. Cheese.